Могу материться, как сапожник. Имею полное право. Почему? У меня был ножичек, а потом у меня был сюрикен. Я сейчас тебе весь пирсинг выдеру. Ну, как видно, пирсинг у меня остался на месте. Я тебе могу рассказать, кто круто звучит, и это точно не скриптонит. И у него такое напудренное лицо, короче, а у нас напудренный нос. Завтра, блядь, Филипп Киркоров тоже скажет, что он хардкор. Даже если Рубль говорит, что твоя группа мудацкая, это тоже еще ничего не значит. Чуваки, это интервью с Дмитрием Борисовичем Порубовым было записано в рамках вписки про 2007 год. Вы все помните это время? Оно было сумасшедшим. Люди ходили с длинными челками, носили черно-розовую одежду, слушали тяжелую альтернативную музыку. И вот сразу после дропа у нас возникло недопонимание с группой «Психеей». Могу сказать, что никто никого не хотел обманывать или записывать интервью каким-то недобросовестным путем. Мы просто хотели сделать клевый, крутейший выпуск, но, к сожалению, не знали всех нюансов. Да, ребят, и поэтому сейчас мы хотим выложить полную версию интервью с Фео для всех поклонников группы «Психея». Мы уверены, что им будет очень круто и интересно его посмотреть. Welcome! Всем мир, чуваки! Поменьше войны! Известен факт, что вы жили в сквотах и в сквоте. Как это было? Был прям такой период, что в Петербурге стало очень много, вот в центре различных таких сквоты. Тоже как описать, сквот разный бывает. Мы жили, наша квартира была, она была 400 квадратных метров, там было 17 комнат, два выхода в разные концы. Как и бы. То есть она стояла это дом в центре стоит Питера на Морской, да, на Приятельском, на Боковского дома. Есть дом трехэтажный, вот весь третий этаж – это одна квартира. Там вышло так, что мы, когда искали жилье, сняли из... Там я снял комнату за какую-то чисто символическую. Втроем мы сняли, в общем. А потом заселилась вся квартира, и там уже как бы такой был, типа, вот как раз сквот, что называется, и клуб. И у нас, в принципе, в квартире там вечеринка на кухне не заканчивалась вообще, по-моему, никогда. Типичный день в сквоте. Как это проходит? Понятие сквота – это не то, что захваченное, знаешь, какое-то нежилое помещение. Это, скажем так, какая-то либо квартира, в котором хозяева может больше наплевать, что там происходит. Обычная ситуация, выходишь на кухню, там идет 10-й день какой-то пати, какие-то люди пришли там с клуба или еще откуда-то, и идет адское общение утреннее. А тебе там куда-то надо, например, картонную стену. Ну, весело, на самом деле, всегда было. А менты наведывались? Вот, важный вопрос. Ну, конечно, наведывались, нас травили там газом, у нас были облавы там дома. Я помню, вот самая веселая история была, что я просто с девушкой, так сказать, спал ночью, и разбудил меня мент прям фонариком в кровати. Потому что там у нас такая ситуация, вот у нас типа такой коридор был, но вот коридор, ну то коридор был большой, но там было вот расширение, вот примерно как этот. И там на скейте мы катались, и футбол играли и так далее. И потом однажды там пожар случился. И там приходить стали рейвы, короче, трансеры стали забивать в интернете себе сходки, как бы, обвешивать немного паутинкой, все, и там оттанцовывать. И вот там была такая вечерина, там человек где-то 200 тусовалось, и приехало три наряда ментов ночью, бухих, и вообще не понимали, что происходит в центре города. И они кричали, что у нас тут всех их оформлять, а там все поисчезали, половина комнат пустые, но было очень весело. И все говорили, что они все пришли на день рождения, а кому на день рождения? Я не знаю, кому. Кто именинник? Никто не знает, кто. Ну, как-то так, в итоге они забрали там... Что-то компьютер 10 тысяч и кусок стафа какого-то. Я читал в книге Стогова, что вы выращивали грибы в вешенке дома. Не дома, я работал, это я работал лично. В Парголово, на какой-то ферме, пригород, да? Петербурга, Парголово, да, на ферме там было организовано вот это стерильное производство. Замечательное производство, 1500 мешков висит в коровнике. Их нужно поливать ночью, там дежурить, собирать урожай утром. Садить, там, стерильное производство, там, посадка, мицелий, там, все это вручную делается, там, целая технология. Потом просто так получилось, что мы строили, расширяли наше производство, и у нас зараза проникла в стерильные мешки, муха поела весь урожай. Было очень весело. И что вам сделали за это? Ничего, просто пришел в один время наш главный босс и сказал, что если кто хочет работать за еду, пусть остается. А так он просто не может уже поддерживать все производство. Это было как раз к осени. Ну и вот я как раз отчалил с того производства куда-то дальше. Сапожником я стал где-то там через год-другой работать. А то есть чуть-чуть можете сделать сапоги? Могу материться как сапожник. Имею полное право. Я правильно понимаю, что в 2000 году вам предложили контракт?
Да нет, контракта никакого не было. Хотя, на самом деле, как-то ни странно, походу и был даже некий контракт. Мы даже... Но это был контракт, который не обозначал ничего, на самом деле. Есть некий промоутер, да, который занимается нашим, типа, продвижением, и мы, в общем, как просто... Не должны его, скажем так, подводить и играть, и выступать на заявленных концертах и на мероприятиях, которые он забьет, чтобы, ну, грубо говоря, если мы договорились об интервью, а я там лежу где-то, сплю и не пришел. А с кем он был? Он был с Пашей Клиновым, промоутером клуба «Полигон». Это же культовый человек в истории российской альтернативной музыки. То есть практически крестный отец. Можно его так назвать? Да не, нельзя. Он как бы занимался продвижением, как бы, да? Причем исключительно коллективов, которые как бы он считает нужными, правильно? Ведь он же не занимается целиком всей вообще этой. Ну и крестный отец альтернативной музыки у нас кто там, я не знаю, там Юра Шевчук, например. Вот. Нет, это просто один из промоутеров. Ну, клуб «Полигон» просто был достаточно демократичный, был таким достаточно интересным, прокачанным местом здесь, в Питере, в начале, вот 2000-2003, да? У него там был, скажем, минималистический дизайн, но там проходило достаточно много интересных концертов. Вот. Я бы не стал Пашу Клинова крестным отцом называть отечественный какой метал сцены или какой. Или мы, короче, смотри, мы еще в Кургане были супергруппой, как выяснилось. И мы уже тогда там занимались рассылкой всяких пресс-пакетов в столицу, в том числе и в Питер. У нас были знакомые там ребята, журналисты, девушки. И мы через них демки засылали. И вот Павел Клинов, так сказать, в клубе «Полигон» такой пресс-пакет заполучил однажды. И кассету изъял, там послушал и решил вот как бы нам, с нами связаться, что типа не хотели были выступить в, типа в нашем клубе. И мы подумали, вот это жизнь. Курганской группе предлагают выступить в петербургском клубе. И мы просто с ним как бы решили, что он наш промоутер, и мы стали работать совместно, скажем так. Вот и все. То есть у нас не было никакого суперконтракта там. А «Полигон» вообще можно назвать такой важной площадкой в становлении группы «Психея»? Несомненно, можно и нужно. Можно даже сказать, что клуб «Полигон» в каком смысле это вообще клуб группы «Психея» на самом деле. Потому что сколько бы группа там не играла, то жили там мы как бы и все время мы там проводили как бы. И других там мы не видели. Разве что Стасик, может, из группы «Пилот» еще. Ну и мы там постоянно тусовались и в принципе и ночевали тоже, да. В то время мы как раз жили в шестером в этой комнате, поэтому лучше было в клубе тусоваться, чем идти в коммуналку. В начале нулевых там собиралось там по 100, по 200 человек, а уже потом случился... Нет, все было не так. Вот мы сюда приехали, например, у нас первый концерт мы забили, который вот типа с «Полигоном», как раз Паша прислал письмо. И на том концерте было человек 500, мне кажется, уже. Но это был такой типа один из первых концертов, где вот так все. И там было очень все кайфово, чилы с дредами, там супер широкие штаны, там, ну то есть вообще высший уровень. Просто улет, короче. Ну, так всегда на наших мероприятиях. И как бы вот... А потом, ну что, где-то вот мы годик играли, у нас так ходило человек, может, там по 300-400, а потом мы записали альбом, выпустили, у нас на презентации было 1000, там в зал влазило примерно вот там 800 тысяч в «Полигоне». Вот в этом. Ну, на гражданскую оборону туда набивалось там 1500, например. И мы там со всеми подряд играли, с сатариалом, который там куриц убивали, там с сатанинскими ритуалами, там в доспехах, короче, орали, почему ваши церкви горят. Потом мы играли там с рэперами, там вот как вы говорите, там типа «Балтийский клан», там, например, мы с ними играли. Потом, например, «Гражданская оборона», мы с ними играли. Потом панки, там, например, какой-то там «Наив», там мы после «Наива» играли. И «Полигон», да, можно назвать, конечно, супер место. В тот момент это был главный клуб, в принципе, в Питере. А потом уже Клинов, получается, начал делать ваши совместные концерты с Джейн Эйр и Амадери. Нет. Нет, все не так было. Джейн Эйр и Амадери, на самом деле, появились когда? Они сначала автографы у меня взяли. В каком-то 2000 году. А в 2001 году свои группы там начали создавать. Хотя, ну, наш «Аматори» была там группа, это уже. Но там играл кто? Потехин играл. Дэн, да, и Данила Барабанчик. Втроем они играли «Грайнкор», мы, наверное, в каком-то в поле. Совместный концерт первый в 2000 году. Мы играли байк-шоу в каком-то селе, короче. Там люди на лошадях, там 100 человек у сцены. Такая сцена наколоченная просто в поле. Они играли такую грандуху брутальную, и это было круто. А потом вот они тоже тусовались в «Полигоне» и все время вот как-то пытались уловить там... Как бы надо с компьютером играть, или там с красными дредами, или с шнурки там в бороду вставить, как слесарь, или может не в бороду. И в какой-то момент вот Паша Клинов, у него такая идея родилась, что он такой, типа, надо же, типа, что вот много групп-то таких на самом деле, а не одна группа, мол, есть некое движение. Хотя на самом деле, ну, хороших групп единицы были. Ну, и были группы в то время, подающие надежды, скажем так. Мы сыграли несколько, да, концертов, типа, что вот, да, «Аматори» и «Джейн Эйр» нас, типа, разыграли. Ну, как, мы просто играли в три группы. Вот, и мы сыграли несколько концертов, и не более того, на самом деле. И дальше продолжили жить своей жизнью, в том числе и расставшись с Павлом Клиновым, который просто,
все петербургские группы с Артемом Копыловым под себя подмял по-быстрому и начал как бы зарабатывать на них бабос. Грубо говоря, вместо того, чтобы заниматься, так сказать, положением развития, так сказать, великой группы «Психея». Ну и вот, и мы в какой-то момент с ним расстались. Как раз я тогда в сквоте жил. У нас здесь какой-то такой алтарь, да, группа «Психея». То есть работы поклонников. Ну да. Вот давайте начнем с самого интересного. Вот эта вот книга с пентаграммой, что это такое? Это не пентаграмма. Это наш логотип сакральный. Девушка, которая делала эту книгу, она, наверное, скажет, что если ее назвать фотографом, она, наверное, обидится. То есть это художник, который нам подарил книгу. Вот фотографировал наш концерт, и Наташа это делала. И она сделала такую невероятную книгу. Это очень круто выглядит и очень здорово реализовано именно как... Ну, группа «Психея» обязывает держаться на уровне, я так понимаю, и это радует. Вот, и вот она, это полностью оригинальные ее работы все, несколько лет фотографий. Ну, вот один из моих любимых старинных портретов, у меня даже как-то дома стоял такой вот. Это одна москвичка рисовала. Вот Москва, 03-04, 2009 год. Художник Гейдержи Вера. Фео с любовью. Неплохо, по-моему, да? Тема наркотиков, она вообще остро стояла вот в той тусовке? Ну, я не знаю, как тема наркотиков может не остро стоять. Это же как бы, это же квинтэссенция, можно сказать, культурного развития. Я никакой жести. У нас, по крайней мере, до сих пор никто не умер особо, тьфу-тьфу-тьфу, из знакомых как бы ни от наркотиков, ни от чего-то такого. Хотя, ну, конечно, есть там какие-то у меня знакомые, которые умерли. Вот. Поэтому я бы не сказал, что какой-то супер жесткий происходил замес. Хотя ставок у нас всегда было немало. Но не будем об этом углубляться, там, особенно когда ты живешь в сквоте. Как бы. Но все было достаточно культурно всегда, потому что у нас все ребята почти с высшим образованием, так скажем. С незаконченным, может быть. Вот. Ну, мы точно, мы, не, конечно, не алкаши были тогда. Вот. Это сейчас мы, может, немного подбухивать стали. У нас были горы наркотиков, оружие и женщин. Да. Ну и что? Так и было. Оружие? Даже больше. У нас еще много кое-что. У нас еще была там недвижимость, там, счета офшорные, там, всякие схемы потайные. Шантаж, киднеппинг. Хорошо. Мы еще подсаживали людей на это дерьмо. Цитата для острого словца или реально было горы оружия? Ну, просто очень сложно описать. Ну, почему? У меня был ножичек, а потом у меня был сюрикен. Сюрикен? Да. Правда? Мне его забирали, да. В смысле, что вот, я вот такая вот штучка японская, которую кидают? Ну да, я купил в эзотерическом магазине, заточил его, я же сапожник. И все, как бы, я его заточил, он стал втыкаться, во все так. И у меня была мечта вот в плазму воткнуть и у бутылок научиться горлышко срезать. Осуществилось? В плазму я так и не воткнул. Меня забрал директор. А горлышко? Горлышко я разносил вместе с бутылкой не раз. Вот. Оружие — это были наши гитары. Другая цитата. Помню, как толпа скинхедов бежала за автобусом и пинала его. Что это за история? Это история про концерт в городе Барнаул, по-моему. Мы приехали на концерт, у нас было очередное какое-то турне, там 2004 или 2005 год, уже просто бесконечно мы тогда гастролировали. Ну, на каком уровне мы гастролировали там? Да ладно, если еще тогда Mercedes Transit нас какой-нибудь перевозил, бывали и газели, короче, какой-то там на несколько городов, то есть достаточно такой уровень. Ну и сейчас, в принципе, гастролируют все, то есть это, если вы посмотрите, это только все понтуются, а ездят все там достаточно убого. Это мы там, ладно, на неоплане носимся там уже почти как Алла Пугачева, можно сказать. Тогда мы просто колесили, на чем там, как организаторы, мутили какие-то, да, говорю, Mercedes Transit, Ford Transit. Сейчас вот даже по городу уже ноги туда не помещаются. Тогда мы умудрялись там 500 километров за ночь проезжать. И приехали в клуб, и выяснилось, что там очень как бы техническое оборудование, там не алло было. И там у нас звукорежиссер, и там и менеджер, он стал настаивать о том, что концерт нужно отменить, потому что это уже ни в какие ворота не лезть. Надо устроить, так сказать, урок, порку публичную, некий прецедент. И в то время организаторы, они экономили на всем, то есть и там, соответственно, технические там какие-то... Они сейчас, на самом деле, могут не вывести, мне кажется, наш технический райдер. А тогда они там как бы, как могли, крутились, и часто было все очень не очень, как бы. Но мы, в принципе, играли концерты просто потому, что вроде как мы не отменяем концерт, тем более мы уже приехали. Но в тот день было принято решение не играть концерт. И мы, отфотографируя сессии, яси, давая автографы, вот где-то сразу выяснив, что все, мы валим, мы погрузились в автобус и поехали в следующий город. А публика уже начала собираться. И какие-то скинхеды барнаульские бежали за газелью или что у нас было. И пинали его с ноги. Сколько человек бежало? Ну, человек 5. Они, походу, поняли, что мы куда-то сваливаем.
Хотя мы могли просто отъехать покушать, может быть. И я помню, мне так было, на самом деле, кайфово. Мы где-то остановились в придорожном кафе, там попитали. Я думаю, как хорошо, хоть один концерт отменился. Потому что мы тогда играли очень много концертов. Ну, может, немало, в общем. И как-то уже просто, и все вот это вот. И отмененный концерт был так прекрасно, один отмененный концерт. Возможно, это был вообще единственный концерт отмененный. А когда ехали-то, страшно было? Да нам, а что нам страшно-то? У нас же оружие, женщины и наркотики, как нам может быть страшно? Один из моих комплексов – я перестал любить жизнь и не хочу выходить из дома. Вот у меня сейчас много комплексов, я не могу научиться любить жизнь. Меня она кажется полным дерьмом, и чем дальше, тем больше. Я вообще не хочу выходить из дома. Вот в каком ты, конечно, году я так сказал? 2008. А, ну да, конечно, там все вот это истощение. Это... Мне в какой-то момент показалось, что я нахожусь впереди какой-то гвардии трэша и пиздеца, который за мной несется с таким флагом. Вот как раз 2007, вот 2008 год. Я решил немного так стопорнуть, просто в целом, так скажем, образно, раз, и вот это все туда куда-то улетело. Ну и мы же как бы на самом деле не понимали каких-то там супербабок, знаешь, и это все достаточно было на энтузиазме, с большими жертвами, и нам вот в сквот, и просто жить, достаточно тяжелые бытовые условия, ну и так далее. И все это вот опустошает, как бы высасывает из тебя после, а ты все время отдаешь, и людям нужно все больше и больше, знаешь. Плюс потом начинаются вот эти интересные моменты, то есть ты играл хардкор, приходили какие-то мужики, там рубились, не знаю, там, потом молодежь, все довольны, а потом проходит 3-4-5 лет, и у тебя полный зал каких-то детей, короче, которые там, ты наоборот еще более играешь такой какой-то экстремальный музон, ты еще более взрослый, да, там становишься, как бы развиваешься, растешь, а в итоге все, что вокруг, оно мельчает очень сильно. И ты же молодой, ты же не знаешь, тебе же никто не объясняет, там, знаешь, как быть рок-звездой, например, или как быть музыкантом, или просто, блядь, как быть. Да, и ты как бы через все проходишь сам, как бы, плюс ты же думаешь, что все сам разрулишь, но потом появляется вопрос, который ты сам все-таки не можешь разрулить, и вот тебя это начинает подтачивать. Но потом это как-то проходит, мне кажется. Но у некоторых не проходит, и поэтому вот самоубийства вот эти, которые в 27 и так далее, это как раз вот, на самом деле, я об этом где-то уже говорил, то есть там наслаиваются многие вещи, в том числе истощение, просто, знаешь, то, что тебе... как сказать, звездочка у многих загорается, и плюс то, что ты вывернут наизнанку тексты, то есть, как бы, понимаешь, да дальше работать непросто. А это же всего лишь творчество, то есть, с одной стороны, это как бы веселая игра творческая, а с другой стороны, становится очень серьезно все, и поэтому многие тоже не выдерживают, и вот, ну, я как-то выдержал. На ранних концертах у вас стоял на сцене компьютер, то есть прямо такой огромный монитор, выпуклый, вот это все. Пузатый монитор. Пузатый, да. И в какой-то момент вы решили его расхреначить, и часть монитора попала девушке-фотографу в голову. Да. Почему вообще так произошло? Почему? Я не знаю, но все же воля этого создателя... Наверное, ему нужно было. Раньше вообще, на самом деле, минуса включали с кассеты, записывали предварительно в нужном порядке, а компьютер появился потом уже на сцене. Это был концерт, когда открывался канал А1, uh-huh. мы играли на разогреве у группы Korn, вот, и мы просто в какой-то момент, как обычно, мы, так сказать, наша пляска дошла до апогея, и мы не могли оставить этот концерт без внимания, собственно. Ведь еще непонятно, кто с кем в тот момент играл, правильно? Корн с Психеей или Психея с Корн. Тут еще до конца не ясно. Время-то еще не показало же. По большому счету, это еще тот же самый момент даже. То есть еще даже 5, еще 10 лет, 20 пройдет, и тогда станет ясно, на самом деле, более как бы прояснится. И мы, конечно же, не могли оставить этот концерт без внимания. Но я прыгнул в барабан или что-то типа того там. Ну, а у нас тогда, в принципе, была традиция в конце каждого выступления немного устроить легкий дестрой, хэппининг, я бы назвал это. Ну, и, в принципе, какие-то по традиции взял за провод монитор, ударил им об сцену. Ну, мы вот так рушили об сцену. Но мы могли себе позволить монитор. У нас же было оружие. Мы женщины всегда и... меняли, да. И рабы. И вот, как бы... И получилось, что как? В общем, мы пришли в гримерку после выступления, и Кита такой говорит: так, мне нужно срочно собираться, что-то случилось, меня сейчас повяжут. А я-то даже не в курсе событий. Я говорю: в смысле, а что случилось? Говорит, ну там кусок кому-то прилетел в первом ряду, там от компьютера, типа. Ну и все, и нас арестовывают в Ледовом дворце, короче, типа, потом разбирательство начинается. Мы идем в травпункт, там сидит девочка, там приходит Кита, она счастлива, что Кита с ней сидит, в общем. У нее там какая-то царапина легенькая. В этот момент приводят детей, которых там руки вывихнуты, потому что начал выступать Корн, и ОМОНовцы просто дубинами урабатывают там каких-то школьников. И там, пока мы сидели, вот там с генеральным общались, там привели 5 или 6 школьников там с вывихами, с ушибами, потому что их там жестко прессовали.
мусора. Вот. А девочка уже была счастливая, как бы, что она вообще как бы, у Киты на коленях уже сидела, можно сказать. Но нас арестовали, да, там не дали нам выйти и сказали, что наша судьба будет решаться. Я имел разговор с генеральными там, в отдельных комнатах, и к генеральному один и так далее. И было принято решение, что мы поедем получать свои награды в Москву. А, это вот знаменитый фестиваль Ивана, когда вы вышли на сцену, сказали «Боже, храни Путина» и петь песню не стали. И мы вышли, типа, получать эту премию в Лужниках, там тоже, типа, Корн играл, мы, типа, уже, соответственно, не играли, ну и что там, какие-то нелепые группы, какой-то директор колбасного завода там вписался играть на этот фестиваль, то есть уровень русской альтернативы просто запредельный. Ну, какой-то, эта группа называлась какой-то там Санчес или Манчес, Родригес. Привет, Родригес. И это... Ну, как-то вот у него такое название идиотское. Как я говорю, а что это за идиотизм? Говорю, они говорят, это директор колбасного завода. Он там сидел, там склепал какую-то группу, какие-то там женщины у него ужасные. И он там корчил из себя там, я не знаю, как это вообще назвать, такого типа графа Дракулы, я не знаю, под какой-то непонятный музон такой. Я думаю, он просто забашлял как бы и выступил в Лужниках. Вот, и мы вышли получать свою вот эту как бы статуэтку, и я увидел вообще Александра Анатольевича. Знаете, кто такой Александр Анатольевич? Ну, он точно никакого отношения не имеет к альтернативной музыке в этой стране. И вообще к музыке в этой стране. Хоть он, наверное, там думает, что он вообще просто... И у него такое напудренное лицо, короче, а у нас напудренный нос, как бы, и мы таки на него смотрим, думаем, слушай, а что у тебя лицо-то напудренное, а нос нет, типа. И я там речь короткую толкнул, то, что мы тут и не играем, в общем-то, отлично характеризует современное состояние альтернативной музыки в постсоветском пространстве. Чего он очень удивился еще, я помню, у него такое было испуганное личико такое, так и ничего не понял, короче, по ходу, где он оказался, вот. Я думаю, он между корпоративами просто и Первым каналом просто заезжал туда повести немного это мероприятие. А, да, было, боже храни Путина, да, было. В конце мы подытожим. Мы найдем этот кусочек, его вставим в видео. Да, иначе ништяк. Иисус любит вас. И боже храни Путина, собственно, что я еще могу сказать. А телеканал Иван важную роль сыграл в становлении тяжелая альтернативная музыка? Да нет, он сыграл вообще важную роль в целом. То есть дело не в тяжелой, по канале же один, кто в итоге был в конце. То есть уже через год группа «Психея» там была неформатная, и там сидели все те же фейсы, которые везде сидели. Нет, там «Король и Шут», «Би-2», там, ну и вот эта вся вот грядка, которая и так уже была на всех каналах, на всех телевидениях уже там и так далее. «Би-2» там потом вели какую-то передачу про, типа, как надо уметь слушать «Интерпол». Всем привет! Вы смотрите канал A1, с вами группа «Би-2». Привет, Лёвчик! Да. Ну, то есть полный беспредел. Я к тому, что все независимое, оно было выдавлено мгновенно вот этой всей индустрией. Там быстро оказался Козырев уже потом. Ну, потому что политика канала была просто ни о чем. Хотя я пытался с Логачевым общаться и как-то спасать их. Но они думали, что они все знают, в итоге они просто погибли. Это был взрыв в том смысле, особенно первые там пару лет, что они стали крутить просто то, что было в стране, понимаешь? Вот именно то, что было, скажем, площадка для всех. Это было все так очень живо такое, да, там Чак вот. И вот эта гонзо-журналистика, это все было достаточно круто, но, как сказать, и уже, в принципе, да, ты приезжаешь на гастроли, если там один есть канал, то у нас уж там Косарь, то есть точно собирался, например. Если соседний город, там нету один, там 200-300 человек. То есть уже очень круто было в плане продвижения. Но недолго. Первый разговор у меня был, когда с Логачевым, году в 2004 или 2005, где-то в Москве мы встретились, катались на таких машинках. И он говорил о том, что сейчас будет открываться альтернативный канал в стране. Я на него смотрел вообще, и мне было очень смешно, я просто реально не понимал, где они наберут групп на альтернативный канал и так далее. И казалось, что это просто бред, но в итоге они его все равно открыли вот через год-другой. И поэтому они, конечно, набирали все, что можно туда всасывало в этот канал, короче. Потом он и превратился в обычный нелепый канал, как бы там, потому что была как бы политика программного директора, привет ему тоже, как бы, очень падническое, ну и так далее. И они, в общем, забрели и погибли. Когда канал совершил ребрендинг и стал показывать хип-хоп, это сильно ударило по популярности альтернативной музыки в России? Когда «Талмаски» прикупил, я уже тогда телевизор не смотрел, а вообще за один-то особо не следил. Ну и что, он даже в расцвет хип-хопа типа «Эра» и то загнулся через 3 года или через 2. То есть, потому что тоже, на самом деле, это иллюзия, это же попс, как бы, все. Поэтому это просто, если это типа рэп, это значит попс. Соответственно, это обычный попс-канал, там тоже появится все это нелепое чепушня. Поэтому альтернативным канала один был, может, пару лет. Может, 3 годика. 2018 год можно назвать временем репрессий, когда музыкантов задерживали и сажали. Отменяли концерты. Песни вносили и клипы вносили в список запрещенных. Вы с этим столкнулись еще, так скажем, в эру
доинтернетную, когда широкого покрытия не было. Просто была запрещена песня, и тогда на самом деле список, там уже было порядка, что там у нас там 700-е, почетное 700-е место. Вот, и там были в основном такие, типа, правые, там, коловрат группы такого типа, наверное, я думаю. Вот, и в этом, ну, мы нормально живем с этим, мы просто не исполняем эту песню, и нас, в принципе, что-то нигде особо не отменялись концерты. Правдива ли история, что вы однажды эту песню, несмотря на то, что она запрещена, сыграли, а когда вы ушли со сцены, вас уже ждал ОМОН? Нет, нет, неправильно опять. Окей, как было? Все слухи неправильные. Как было? На фестивале «Эмаус». Ну, то есть там не было никакого того, что нас просили ее не играть или играть, мы просто ее сыграли. Да, и вот после этого нас там уже ждал, да, меня ждали, меня. 10 ОМОНовцев или 15, и они меня давай крепить. Что мы типа их оскорбили тем, что вот эта песня у Ювента, я там, наверное, еще пару каких-нибудь для красного словца, каких-нибудь метафор кинул, что эта песня посвящается, ну, я помню, что там было, типа, людям в камуфляжной форме. Я, типа, со сцены схожу, мы доиграли, как бы, свои там 40 минут. Но я смотрю, там, как бы, уже такой достаточно кипиш, и я вроде так спустился со сцены, и раз сразу налево, мол, я пошел. И они такие раз все за мной, такие начинают, я говорю, а что такое, типа, что за замес? И они мне руки за спину, и в десятером на меня навалились, короче. Ну, руки они мне не смогли, кстати, расцепить. Но потом мне уже 10 ОМОНовцев тяжеловато стало на себе держать. Ну, и я начал там корчиться в конвульсиях, типа, а, больно там, а. И все, они меня, типа, отпустили, ну, и так, типа, как сказать, прогнали. Ну, типа, они меня провели, так сказать, мордой в пол, в палатку, в милицейскую, куда пришел их главный, сказал, что спокэ, там. Ну и да, кто-то там мне там нашепывал, какой-то там курсант, блядь, рязанский или какой-нибудь. Это там что-то, я сейчас тебе весь пирсинг выдеру. Ну, как видно, пирсинг у меня остался на месте, и все нормально. А в итоге-то все хорошо пошлось? Ну, в итоге он там им сказал, что типа это хастапе. Я сказал, только это же не война, говорю, это же концерт, вы что, говорю. Вот, ну и там, в общем, все разрешилось тем, что якобы я должен был разъяснить со сцены, что конкретно я имел в виду. Разъяснили? Вот. Ну, я, ну, что-то я там сляпал какой-то. Мол, типа, понимайте песни правильно, какая-то такая хрена. Прошу вас, понимайте мои песни правильно. Я надеюсь, вы правильно их понимаете. А я то, что остался цел, спасибо вам большое, что я не умер. Я приношу извинения, если я кому-то испортил этот праздник. Говорят, что вы дважды чуть не умерли. Один раз из-за аварии, второй раз из-за передоза. Правда это или нет? Ну, это, по-моему, написано где-то было в Википедии даже. И давно еще, кстати, да. Ну... Да, это правда. Я сейчас восставший мертвец. Уже не первый раз. Не, ничего не было. Было такое, что я просто телефон что-то куда-то выкинул. А потом мне начали звонить знакомые. Это было где-то году в 2008, может быть. Плюс-минус год. И стали говорить, а ты что, умер? Я говорю, ну вот, я разговариваю с гробом. Я не знаю, откуда это пошло. Я вообще не понимаю. Слух, который запускали фанаты, что на... Спад популярности у группы «Психея» очень сильно повлияли наркотики. А у нас спад какой-то наблюдается? Ну, площадки же раньше были крупнее. Нет, мы на тех же играем сейчас, в столицах. На периферии мы, в принципе, тоже там по-разному. У меня нет никакого спада. Я думаю, что им просто завидно, что у нас было дофига наркотиков всегда. А писать уебищную музыку, как бы, под пивком, как бы, но это не мое просто, как бы, вообще. Я думаю, что вообще спад интереса к музыке независимой, если интерес таковой был, это тоже сейчас принято, на самом деле, говорить, что, типа, вот там, блядь, какой-то год там. Я, кстати, там не буду называть этот год, потому что, на самом деле, расцвет музыки, он был там 2004-2005 год. А в конце нулевых уже был совсем другой период, на самом деле, музыкальный. И то, что произошел вот этот какой-то перелом, он связан именно с тем, что медиа была полностью захвачена. Пропал канал «Один», и был кризис 2009 года, когда полностью независимая промоутерская среда перестала вообще заниматься концертами. В 2009-м просто перестали давать бабки детям на концерты, и как бы публика, она, видишь, велась на моду, как бы была молодежная, некий вот этот всплеск, типа, как и сейчас, типа, современная какая-то музыка молодежная. Они бабки не зарабатывают, им как бы дети, им родители их дают, как бы, и вот они поэтому это самое, знаешь, типа, как в бизнесе, самое, одно из самых прибыльных вещей, это детский бизнес. Как ты, по-моему, Принц там сказал перед смертью, что типа сейчас вообще вся музыка, это как бы музыка, которую делают дети для детей. Как бы, а серьезная музыка, она стоит вообще в стороне за ним и живет другим, как бы, другой жизнью. Ну вот, и как бы я к чему это все говорю. А потом, например, стало там после 2009 года приходить 50 человек на концерт. То есть ты играешь, собираешь, 3000 человек приходит, она, представляешь, там какая-нибудь группа, я не знаю, там,
группа Korn, выпустив альбом Follow the Leader, едет на гастроли, и у них приходит по 50 человек. Я бы посмотрел, как бы группа Korn бы дальше двигалась, теперь посмотришь. С тех пор групп-то не осталось. Они сейчас на волне вот этой некого ретро-движения. Они там пытаются делать какой-то свой, как сейчас модно говорить, хайп. Ненавижу вот эти все словечки, кстати. Вот. Истерию переводится, да? Истерия, хайп. Вот, и они пытаются на этом как-то играть, вот там тоже тебе говорят, вот, мы там опять собрала какая-то группа, там 300 человек, они не играли 20 тысяч лет, но это все как бы вот чепушня на самом деле тоже. И серьезные коллективы, они продолжили как-то выживать в этом суровом мире, то есть типа нас, когда мы продолжили как-то гастролировать, там делать свои движения, да. Я бы не сказал ни про какой спад. Я думаю, что просто у нас страна попсовая, выросло просто поколение такое очень, на самом деле, ограниченное в своих вот интересах. Я, конечно, верю как бы в молодежь, но это видно тоже со стороны. То есть понятно, что там есть новые всегда какие-то вайбы. Но это, видишь, поколение, которое выросло в полностью уже как бы цензурированной, изолированной стране. Поколение, которое с телевизора видело только R&B, например. Потому что, когда я был молодой, там, любая музыкальная передача, она там была, знаешь, тут был рок, там, тут был металл, тут там попс галимый, там тут вообще какая-то шла, какой-нибудь там шансон. Так был же Иван тот же. Так а что Иван был? Он был на кнопке, и он был пару лет всего лишь, понимаешь? И я опять же говорю, там уже потом ты залазишь, это тоже наше радио. Ты еще скажи, вот есть же наше радио? Не, ну наше радио вначале тоже дало крутой импульс. Да кому оно дало? Группе Химера оно что-то дало? Наше радио, оно тоже, это абсолютно попс, это даже не рок, все, вы что, это мало того, что это все музыка 50-60-летней давности мирового уровня, это даже как бы уже давно не рок, это все отработанные идеи, которые завернуты вот в этот весь, типа удобоваримый для русского слушателя обертку, которую, а русский слушатель, он хрен от редьки не отличает, понимаешь? Ему как бы рок, это когда что, кто-то на гитаре играет вроде рок. Я вот только что приехал из Екатеринбурга, там таксист, молодой чел в трениках сидит, там, ну а что я по рэпчику двигаюсь, нормально. Ну а я что, я по метальчику двигаюсь, тоже мне нормально все. Так вот, и какое у него музыкальное, блядь, образование, что он там гитарной музыке разбирается, или он рок. Для него все, что не рэпчик, это рокчик, рок будет там, а все, что там, не знаю, с рыком, так это метал, ну это такая публика и есть. Последний тур, февральский. С сольной акустической программой. Веселая была поездочка. Я кисло-сладкий на первый вкус. Как укус, не боюсь. У меня все поездки веселые. Концерты были замечательные, переезды были веселые, да. Я так понимаю, что приходилось на Блаблакаре из одного города ехать в другой, потому что... Ну да, у меня бывает, что я в переездах между городами могу опоздать на какой-нибудь... Ну не часто бывает, но бывает, там на поезд, например, но там небольшие расстояния, да, там 300-400 километров, ну и на Блаблакаре можно стартануть. Вот я ехал в Блаблакар с Тюмени в Екатеринбург. На чем? Я не разбираюсь в машинах просто, но это какой-то «Жигули» старая, наверное, какая-то седьмая модель, вся разваливалась, и вот там как раз играла вот эта музыка современная. Скриптонит? Не знаю, не, я думаю, нет, хотя может и да, но там уц-уц-уц такое с русским вокалом, и одинаковый вокал, просто чуть скорость меняется, и какой-то гопник там что-то напевает, вот это вот. Что там? Сэ моя. Ну, что смог, короче. А бывало такое, что просыпались, а голоса нет? А было. Было, когда у меня перед концертом голос пропал прям за 5 минут до выхода на сцену. В клубе. Это вообще история очень интересная. B1 максимум. Сейчас это называется Yota Space. Че, я вышел на сцену и кое-как сказал, что типа давайте теперь вы все споете с нами эту песню. Yes, Москва. И все, я весь концерт чисто играл, там зал пел, и немного связки восстановились, и в середине я исполнил пару баллад и кое-что еще, как бы вот такой был концерт. И потом кто-то написал, бля, что это за полный, чтобы я когда-то пошел, как это, что это вообще за... А кто-то написал, это было очень круто, и мне показалось, это был один из лучших концертов, потому что очень круто зал пел, и вот это все очень... Такое получилось большой караоке. Ну да, типа того. Но только с оригинальной группой, да, которая на сцене подыгрывает, то есть специально для тебя. То есть, в принципе, тоже неплохо.
Правда, что Тимати вам предлагал фитонуть? Ну, он как бы не отказывался до сих пор от этой хуйни. Тоже вот забавная хуйня. Я сейчас живу во времена, вот когда, например, мне... Если бы мне сказали, что Тимати это, типа, будет артистом с годами, я просто посмеялся. А теперь это, типа, знаешь, самый важный артист в стране. Вот такая страна, понимаешь? Ну, это просто смешно. Так Тимати реально предлагал фитонуть? Вот у нас там был директор Сережа одно время. Это такой... Тогда вот тату 3000 только открывалось, например, первый тату-салон в стране, да, в котором забивался Тимати. Там Паштет, например, работал, который всю вот эту рэп-тусовку московскую разрисовал. Это Паштет, наш дружбан, вот он мне делал там татуировки, когда это был просто Паштет, и там группа Сакура, мы все просто пацаны. Соответственно, ну а мы же как бы все тусовались. А у нашего тернутые баллиста Жени лучший друг, диджей Гли, знаете, может, кто это такой? Вот, царство ему небесное, да, как говорится. Это его лучший друг, ну как мы можем не знать Тимати в итоге, да, если они там постоянно вместе лазили. Он приезжал, они там и миксы вместе делали, они где-то произошли какие-то контакты, он там где-то на концерты приходил. Ну и, конечно, да, он же парень прогрессивный, он всегда готов для чего-то нового. И там как-то он сразу передал эту ситуацию, что в любой момент можно что-то замутить. Это было в году в 2000, может быть, шестом каком-нибудь, плюс-минус год, опять же. Но с тех пор, как у него был фит с Бастой Раймс и со Снупом, я как-то что-то их перестал уважать. И на самом деле я вспомнил сейчас тоже интересно вот про то, что не может быть совмещения вот поп-корня и рок-корня. В нашей стране они по-любому должны быть различными, этого не может быть. Вот опять же, вот про Толмацкого говорили, про младшего. Он, опять же, да, там, царство ему небесное, правильно так говорят, да, мир его праху. И я был с ним тоже знаком, как бы, по разным там всяким ситуациям. И вот его, кстати, пример, вот чему сейчас, например, поучителен, то, что, да, вот не стало человека, и сейчас сразу везде полезла вот легенда, вот кто где, вот, а где все были-то, когда вот он жив был месяц назад, вот, мне хочется спросить, опять же, вот людям хочется у меня что-то спросить, а мне вот хочется спросить, вот где все были-то, что никто не замечал вот этот его путь, что никто не замечал, как он себя ставит, все были заняты вот шмургантами, понимаешь, потому что они хотели себя сопричастными к каким-то вещам, почувствовать. Но эти вещи, они на самом деле пустые. А действительно важные вещи, если ты крутой, ты к ним сопричастен. А все хотят, у нас же тоже люди как, вот смотри, на дискотеку пришел, все стоят, никто не танцует. Пятеро затанцевало, все остальные задрыгались. У нас люди, у них нет индивидуального мышления, надо как все. Им надо, чтобы их одобрили все. И вот ты видишь на улице, и они все как все, вот эта современная молодежь. Кофепидорка пальто, блядь, косуха, блядь, джинсы порезанные, там, ну и вот эта вся хуйня, там, понимаешь. Вот, потому что они все смотрят в одно и то же, и они не хотят быть на самом деле оригинальными. Но Толмацкого, если закончить. И вот сейчас это, на самом деле, очень показательная история, что вот, например, его, о чем тоже его судьба-то? О том, что, видишь, человек попытался, как бы, да, скажем, эту попсу отодвинуть и пытаться стать независимым артистом. Но у него он как бы ни там не прижился толком, потому что это все равно, да, вот он Децл и есть Децл, что называется. Плюс он начинал с других дорог. Я просто знаю его тоже там лично и как бы его вот эту философию. То есть тут, видишь, когда ты человека в жизни встречаешь и с ним, например, говоришь о чем-то серьезно, это одно. А когда ты его воспринимаешь через там как бы экран или через типа, да, там оттуда, откуда-то, там тебе его позиция, ну да, Децл там против попсы, ну вроде как бы так, понимаешь? И ты не понимаешь, насколько для него это может быть важно и насколько он серьезно с этим рубится. Поэтому сейчас вот все начинают перелопачивать его интервью и так далее. И там много интересных, да, про всех тоже фактов всплывает. В том числе и про многие группы, которые, я думаю, как бы... Вот, только просто его мнение до этого могли сказать, да что ты врубаешься в новой школе там, блядь, в средней школе, нахуй, в подготовительном классе. Идет. А на самом деле вот так вот оно поворачивается. Поэтому вот любите ваших любимых артистов, пока они живы. Если бы вас позвали в «Вечерний Ургант», вы пошли? Нас, во-первых, туда уже не позвали. А, соответственно, уже мы и не пойдем, как бы. Ну, это, во-первых, не мой уровень. Я же как бы не могу делить сцену, с кем попал. Есть такое понятие дискредитация. Мурган, шмурган, там. И пятое, и десятое, там. Это раньше называлось, там, как бы официальная эстрада, короче. Кургант. И так далее. Это все называется понятие дискредитация. Дискредитация – понятие музыкант. Дискредитация – понятие артист. Дискредитация – понятие творчества, там, я не знаю, искусства. Какие там появляются тоже артисты? Это которые выбирает публика. Публика у нас выбирает самое дерьмо, как бы, за редким исключением. То есть понятно, что новому поколению нужны какие-то новые звезды, так всегда бывает. Но она выбирает чаще всего тоже полный шлак. Потому что откуда она может знать и в чем-то разбираться? У нас же нет традиций, понимаешь, нет воспитания. И у нас на мировом уровне музыкантов-то это совсем другие имена. Если мы сейчас начнем называть музыкантов, которые на мировом уровне котируются, мы сейчас начнем какие группы называть, там, я не знаю, «Аукцион», например, да? Там придет мне на ум. Еще, может, пару коллективов там, ну, может быть, «Текила джаз», может быть. Группа «Психея», предположим. Просто как ни крути. Ну что еще? Ну я сейчас начну так вот, блядь, на скидку. Мне очень сложно будет. Ну хорошо, ну может быть «Король и Шут», можно там
как-то там его можно на мировом уровне подтянуть, что хардкор там тумпа-тумпа-тумпа, оригинальный мелодизм там. Какие-то единства. Потому что сейчас даже если есть группы, которые научились играть западную музыку, у них все равно это не оригинальный продукт. И я к тому, что на мировом уровне ты артистов просто не найдешь сейчас, которые бы реально... Потому что то, что, например, даже если вот эта современная там прослойка, даже электронная, назовем это электронная музыка, там хип-хап, похуй. Они же просто копируют западную форму, они эти биты не рожают. Они просто слышат, как делают какой-то там ник. Но это не все. Да все. Да Скриптонит эти... копируют кого-то? Блять, я был в Казахстане, при этом я туда лечу на концерты. Там Казахстан, уровень музыкальный, это просто, блять, это хуже Татарстана. Вот не обидится на меня Казахстан и Татарстан. Это просто, это все, это вообще такой допотопный шлак. Да, вы че вообще, красивый. Куда вы? Я слушаю музыку, там, я не знаю, Sonic Youth, там, Ministry, я не знаю, Chemical Brothers, ёптать, Rage Against the Machine, там, хип-хап, давайте хип-хапа назову. И ты берешь вот этот русский просто, и даже музыкой назвать тяжело. Ну, разве ведь скриптонит не круто звучит? Я не знаю, во-первых, я не слушаю, я прекрасно, я слышал пару песен, мне этого достаточно. Нет, конечно. Это же гопская музыка, это просто творчество гопников. И большинство усредненная масса, гопнички такие же, они эту музыку и хавают. А для как бы для рэпа слишком узкие штанишки у вас, ребята, понимаешь, слишком высоко натянутые. А для рока, блядь, у вас стафа слишком мало, блядь, пиздатого. А как бы травка, знаешь, травку во все времена все курили, спроси у любых там рокеров, шманила, блядь, и всегда на всех последних рядах планом так, что мама не горюй, и всем остальным, и все этим справляли рок-н-ролльщики, кстати. Я помню, Петросян свой первый рэп зачитал в 97-м году, по-моему, по телевизору. Эй, девчонок, в 13-м ряду, слышь, я тебя имею в виду, мы с тобой оттянулись недавно вдвоем, мы такое творили, это ж полный облом. Где там были артисты, которых ты называешь сейчас? Чего там кто как звучит? Я тебе могу рассказать, кто круто звучит, и это точно не скриптонит, понимаешь? Он вообще никак не звучит. Он издает пустой вайб, это никому не интересно. Трики же крутой чувак. Ты Трики и скриптонита сравниваешь? Трики приезжает... Может, ты еще группу Анкл сравнишь? И Вакуленко сравнишь? Трики приезжает на студию Газгольдер, слушает скриптонита и говорит, это охуенно. Да Трики тебе про все, что хочешь, скажет. Я ему косяк вот такой дам, он тебе скажет, что все охуенно просто. Россия, балалайка, дружба и все такое, понимаешь? И пусть он отвечает сам за свой базар. Хорошо. Для меня вообще это все не круто. И вот этим всем заниматься для меня даже не круто, понимаешь? Вот для меня лично. Это не интеллектуальный уровень, это даже не музыка. Хорошо, я ходил на группу Roots, ее разогревал Нагана, да. Это был просто самый убогий концерт в жизни, который я видел. Плюс я знаю, кто с ним играл. Я же старый пацан, я все знаю. Я знаю всю их тусу. У меня играет в группе диджей Женя. Лучший друг там Легалайза, который первый диджей всей Руси, Талмацкий его был там продюсером, и всю хип-хоп-тусу, и директор, наш директор центра, и 5-е, 10-е, 125-е, понимаешь? И как бы это просто уровень, это вот уровень даже не кавер-бенда, это просто самый нижайший на мировом уровне музыкальный. Рэпер, когда видит гитару, он на колени падает, понимаешь? Потому что для него это уже пиздец. Не то, что на ней играть. Он подходит вот так, делает брынь, и все, пизда, он уже просто кончил. Это лухарь и вилаж просто. А почему? Потому что я тебе объясняю, это его уровень. Там надо, это не то, что там философия инструмента. Это уже пиздец. И вот они сидят, прутся от своего дерьма. И как бы у них подпевал дохуя, понимаешь? Потому что они как бы везде как бы обласканы, понимаешь? А на самом-то деле, ну ты спроси любого здравомыслящего человека, кто это дерьмо слушает? Ну никто. Просто здравомыслящих людей их осталось немного. Ну просто отвратительная история. Когда человек слушает, например, группу «Психея», прется. И тут же список дерьма просто такого слушает. Кто крутой-то? Я крутой. Это понятно. Ну, на самом деле много крутых. Вот мне нравится, не знаю, телеэкран, Курара. Вот, например, даже Курара сейчас выпустили. Это сейчас вообще одна из самых главных групп в стране. Но их нет ни на одном фестивале, ни в Москве, нигде. Вот мы их приглашаем, и все, они играют с вами концерты. Почему? Да потому что то, что я говорю, это правда. Это истина. Я несу вам, блядь, свет, ёпты. Ваши, блядь, избушки, блядь, на курьих ножках, блядь, с лучиной, блядь. Извините за выражение. Потому что это так и есть. Потому что нормальные группы вам никто на фестиваль не поставит. Там все ставят те группы, которым надо раскрутить, им это выгодно по тем или иным условиям, понимаешь? Там ПТВП, хорошо. Где ПТВП? Где ПТВП? На каком фестивале ПТВП? Где? Крылья, нашествие, где? Что, ни на одном фестивале нет группы ПТВП, она есть только на постфесте и на смертьфесте. А можно назвать вот новыми рок-героями таких людей, как... Пошлая Молли, Гречка, порнофильмы, почему? Нет. А потому что это не тот уровень, это и музыка детей для детей. Это... Детям же тоже нужно что-то слушать. Так я говорю, группа Ранетки-то стадион собирала больше, чем эти ваши группы-то. Просто мы такие детки, мы ранетки, просто мы закусали.
Группа «Ранетки» для меня, она гораздо больше осталась в памяти. Потому что это настоящая эмо-культура, как Tokyo Hotel. Tokyo Hotel – это же главная эмо-группа. Вы что, не в курсе, что ли? Так вот и ваша группа – это Tokyo Hotel. Только это еще хуже. Потому что им будет очень тяжело с годами. Но чтобы таким стать, нужно в этом жить годами. И даже не таким стать, а чтобы познакомиться с этой музыкой, в эту культуру окунуться, понимаешь? Это не... Но, и ты берешь такого человека, ну вот он побрился на лысо, забился такой. Я теперь, говорит, не Ляпис Трубецкой, я теперь хардкор мужской. И такой, все, пиздец. И он по тем же попсовым каналам себя хуякс во все щели смывает. И все, и вот уже Ваня, блядь, за 400 гинес в пабе, блядь, Харац в Ижевске такой, ебать, в натуре, это хардкор. Ну это же просто смешно, понимаешь? Завтра, блядь, Филипп Киркоров тоже скажет, что он хардкор, блядь. И начнет с трубами играть пьяный скан. И все такие, да, блядь, охуенно. Вот это реально Россия, понимаешь? Тяжелая судьба музыкантов в этой стране. Потому что как бы... Я еще так скажу, понимаешь, в этой стране еще, знаешь, люди, у них как бы есть три болезни. Звездочка, жабочка и белочка. И вот когда кто-то на кого-то начинает немного подфартило, что называется, они начинают на себя дохуя брать слишком. Понимаешь, у них начинает такая звездочка во лбу гореть. Хотя, знаешь, мы не в Рио-де-Жанейро. Это все вот детское, это все быстро пройдет, школа закончится. Начнется у нее, он тоже закончится, и вот только потом начнется жизнь. И вот ты посмотришь потом, какие группы останутся и какие не останутся. Вы часто проводили в Инстаграме трансляции, где говорили о том, что не любите своих фанатов. Почему? Все как бы обижаются, что я вот там с аудиторией так разговариваю, с аудиторией сяк разговариваю. Ну а как мне разговаривать с аудиторией, которая ходила там, например, по 2-3 тысячи приходила на периферии на концерты, а потом стало приходить 50 человек. Ну а какой тогда я аудитории говорю? Я, во-первых, трансляции там в Инстаграме пару раз всего делал. Ну, может быть, первая трансляция почему-то, не то, что не любите, я был просто немного под шафе. И первую трансляцию я потом даже сам посмотрел, думаю, да, немного жестковато я что-то. Почему это я так? Ну, потому что, видимо, я был на кухне у друзей бухой. Если бы я был, знаешь, в студии на телевидении, я бы, конечно, может быть, там... подбирал бы слова другие. Нет, у нас просто, видишь, какая ситуация. Оказалось, что мы с нашей публикой продолжаем выстраивать отношения, понимаешь? Вот у нас уже сколько лет. Да, да. И мы с ними как бы вроде и чужие друг другу люди, а вроде и не чужие. И мы до сих пор не поняли просто с моей публикой, вот с нашей аудиторией. То если у публики же есть какие-то, да, ожидания по поводу, какие-то мнения по поводу нашей музыки, то почему у группы-то не может быть мнения по поводу публики, да, или каких-то тоже ожиданий? Почему возникла в России фраза «Верни мой 2007-й». Я не знаю. Я не знаю. Почему все именно по этому году? Я могу предположить, я думаю, что вот это поколение тоже, которое на самом деле тоже слушало альтернативу как по моде, типа, и потом точно так же ее задвинуло на полочку. Потом мы просто где-то, они вдруг поняли, что жизнь продолжается, и вот на самом деле они что-то где-то, может, им что-то не упустили, может быть. И как-то они тоже опять решили стать сопричастными. И вот на волне какой-то ностальгии, может быть, хотя, я опять же говорю, в 2007 году вот я лично, вот группа «Психея» вела такую активность среднюю достаточно уже, потому что мы уже устали там от бесконечных гастролей в нулевых. И я в 2007 году никакой активности не помню. То есть... Не бейте меня, пожалуйста. Свой 2007 вы бы вернуть не хотели? Нет. Нет, не хочу. Зачем? Но я думал, на самом деле, что если бы я оказался где-то в прошлом, что бы я себе посоветовал? Знаешь, такие бывают моменты, думаешь, что бы ты себе посоветовал? И что бы? А я понял, что посоветовать особо нечего. Я бы просто посоветовал себе продолжать в том же духе, вот вообще не отвлекаться, без психозов, без депрессий, без чего угодно. И вообще просто продолжать стоять на своем. Что надо, на самом деле, вот стараться, чтобы ничего тебя не сбивало. Даже если рубль говорит, что твоя группа мудацкая, это тоже еще ничего не значит, на самом деле. Это может быть и вверх с любой группы, даже говеной, можно неплохую сделать, и я могу это сделать очень быстро. На самом деле это несложно. Поэтому я как бы всегда молодым тоже рад. То есть другой вопрос, если кто-то другой займется, может быть, не так хорошо у них получится. Вот, поэтому нужно продолжать в собственном духе вообще по-любому вообще ни на что не обращать внимания. Сами потом расстраиваться будете от того, что расстроились.